И снова здравствуйте. Тихо ты, девочки, сейчас начнете здесь базар у меня привоз устроить на Дерипасовской. Продолжаем цикл розыгрышей призов. Как я обещал, 50 раз в году я разыгрываю мобильные телефоны. Сегодня у нас 39-й розыгрыш. Нам помогает, как тебя зовут? Сильвия. Обалдеть. Есть такая Nissan Silvia машина. Это в твою честь назвали? Итак, Сильвия нам помогает доставать шарики, а... Веролюбова Анастасия. Веролюбова Анастасия, ну, шарики, номерочки приклеивать на этот самый дешёв. Ну, конечно, с последней цифры. Да, держи. Клеится, все клеится. Итак, 39-й розыгрыш мобильного телефона. Ваши книжечки, которые вы купили, участвуют сегодня очередной раз. Раскручиваем лототрон, лототроне 10 шариков, как всегда. Определяем последнюю цифру порядкового номера книжки. Итак, Сильвия нам поможет определить последнюю цифру. Отворачивать. Куда ты смотришь? Ну, ты соображаешь? На меня смотри. Какую цифру? Что ты шарик держишь? Цифру покажи. Цифру скажи. 5. Что ты мне показываешь? На камеру покажи. Господи, Сильвия, ну ничего страшного, все нормально. Итак, цифра 5 последняя порядкового номера. Ты хоть найдешь там цифру 5? Опять раскручиваем лототрон, последняя. Туда, молодец. Раскручиваем лототрон, лототроне 10 шариков. Определяем предпоследнюю цифру порядкового номера. Цифра... 1. Молодец. Забрасывай шарик в лототрон. Раскручиваем барабан, определяем третью цифру с конца. 39-й розыгрыш. Третья цифра, Сильвия. Достает нам шарик. 7. Цифра 7. Молодец. Забрасывай шарик. Лототроне 5. 10 шариков. Раскручиваем барабан. А я напоминаю, что ваша книжка участвует во всех розыгрышах пожизненно. 50 раз в году. Доставай, Сильвия. За меня смотри. Или, ну, в небо смотри, в небо. Господи. 1. Итак, опять цифра 1. Забрасывай цифру 1 туда. Господи, сюда. Все нормально, даю тебе второй комплект, найдешь здесь цифру 1. Итак, у нас последние 4 цифры. 1715. Ну, так как вы купили всего лишь 44 тысячи книжечек с копейками, 41 тысяча есть, то есть на лототроне оставляем мы 5 цифр. 0, 1, 2, 3, 4. А 5, 6, 7, 8, 9 мы изымаем. Остается 5 цифр, и мы определим сейчас первую цифру. Держи, помогай себе. 2. 4. Остальные шарики мы достаем. 1. Ну так осторожно берешь. 3. Держи. Так, Сильвия. Молодец. Помогает нолик. Все, 5 цифр у тебя. Держи, я еще не достал последний шарик. Все, 5, 0, 1, 2, 3, 4. Бросай. Бросай в этот рон. Определяем мы сейчас. А первую цифру порядка номера. Раскручиваем барабан. Я вас смотри. Или на меня. Держишь номерочек. Молодец. Итак, первая цифра. Куда ты смотришь, Сильвия? Итак, цифра 4. Я таки вас поздравляю. Бросай, молодец. Эта книжечка была куплена в этом месяце или в прошлом, я уже не помню. Это 40? Что ты делаешь? Ты что? Сколько ты вчера курнула? Ты даже цифру... Сильвия, помоги ей прикрепить цифру 4. Ну, господи, ну... Точно, если цифра упала, значит, кто-то точно заберет мобильный телефон очень скоро. Значит, номерочек 41715 выиграл мобильный телефон. Я вас поздравляю. Вы мне звоните, в каждой книжечке есть мой контактный телефон. Я вам отвечаю, вы мне диктуете ваш адрес, я иду на главпочтам, отправляю вам мобильный телефон. Все очень просто. Итак, на этом закончился 39-й розыгрыш. До свидания.